Доброе утро, друзья. Ну что, поспали аж часов 6 где-то. Сейчас 8, идем на завтрак. Ну а потом пойдем посмотрим, как там наш любимый Краков. Сейчас включимся на завтраке, все покажем, расскажем, покушаем. Готовьте чаек и печенюшки. Мадам, да, зайдем. Точно. Ну, не дошли мы немножко до завтрака. Наташа увидела через окно, которое мы вам показывали в видео про отель. Вчера. Какой вчера. Дом прикольный. Ой, старый, какой красивый. О, чего его не покрасить? Дорого, да? Сейчас уменьшу. Ой, красивый. Ты посмотри, и витражи вот эти. Покрасили. А подожди. Вот он, витражи. Красота. Подожди, это не витраж, это наклейка. А, мне как видно. Нет, это наклейка, но как витраж. А-а-а. Показывала так красиво. Так, все, на завтрак. Там голубь висит. На завтрак. Видишь, черный голубь. Висит себе и висит. Добра голубь. На втором этаже. Ух ты, темнота какая. Завернули вправо от лифта. Какая стоечка, буфетик. Вот и завтрак. Доброго всем утра. А людей нету, да? А нет, ну там где-то кто-то кушает вдалеке. Где? Я слышу прям почавкивание и разговоры. Может, персонал, не знаю. Вот кофе. Давайте посмотрим, что есть вкусного. Хлопья. Это, наверное, как какие персики, наверное, консервированные, не знаю. Ой, вкусные пироги такие, здоровые какой. Ой, это вообще как полватрушечки. Пирожки, прям с пирожек мы начали. Арбузики. Банан есть. О, апельсин, грейпфрут. Наташа снова отвлекает мое внимание, точнее, привлекает мое внимание. Наташа все время замечает все интересное. Ну, красиво же, действительно. Дама с персиками. Дама вверху, да, персики внизу. Добрый ранок. Добрый ранок. Так вот. Так вот, джемчики, булочки, виноград, яблоки, персики. Ну, народ, поэтому, конечно, шикарно. Ого. По фруктам. Ты видела этот размер булочек? Это булка, как Наташа, это ты же показываешь. Ой, сок. Верно. Это вода, наверное, простая? Наверное. Яблочный сок. Ой, йогурт, ой. А это что? Это присыпки, наверное, какие-то шоколады. Уже подумала, что это кофе, потому что это кофе же должно быть. Вот оно. Кофемашина. Здравствуй. Слава богу, что кофемашина есть. Так, ну и что за вкуснятинка у нас здесь? Хлебцы разные, хлебушек, яйца под майонезом. Ой, паштет, какие порции, вообще огромные. Салатики есть, Наташа. Мы так мечтали о салате, как такая оливьешка была в прошлый раз. Колбасочки вкусные. Ой, вообще класс. Сейчас я же все покажу. Ну, овощи, фрукты, хлеб. Мы боялись, что мы придем, и сейчас будет много народу, потому что уже 8 с чем-то. А народу пока нет. Ну, наверное, дует, что ты кофточку не взяла-то. А вот приборы есть здесь. Вот есть. Приборы. Вот я показывала, и приборы нашла. Вот такая вкусная тень. Уже есть. Народ, ну что, как вам польский завтрак? По-моему, очень неплохо. Я обожаю. Ну что ж, будем приступать. Кстати, не показали вам, есть еще сосиски. Вот такие разные варианты сосисок и яичницы. Девочка принесла, я заметила. Вот, а вот моя тарелочка уже. Где моя тарелочка? Господи, тарелочка пропала. А, водичку я набирала. Вот, самый шикарный завтрак. Три варианта салатиков и колбаска. Ну, потом подойдем еще, конечно. Вот, ну и кофеек сейчас сделаем. Наташа уже кофт. А может, со святым отойку? Вот это. Чего его везде показывают? Там на стенах. Матешко. Матейко. Мы же забыли. Выяснили, как отель говорится, и забыли. Так, главное сейчас кофе, покушать и Краков смотреть. Ну вот так кажется, что мало взяли, да? Но на самом деле это сытно, классно. Можно же еще подойти. Вот Наташина порция. Паштет хотела взять, но он такой большой, что я его не съем. Может, попробую, Наташа, кусочек. Не хочется просто, чтобы оставалось. Так что сейчас приступим к вкусным салатикам. Да, народ, представляете, думала, я вам уже снимаю, все рассказываю, но забыла включить видеозапись, бывает. А я вам все рассказала, честно. Мы уже сказали, мы соскучились по таким завтракам, по польским, потому что в Эмиратах практически никогда нет такой свиной колбаски на завтрак. Да.
Зачем ты обманываешь? Вообще нет. Что ты имеешь ну, в виду? Ну, как бы, нет, достать вот можно. Это? Ну, ладно, мы не будем обучать, где достать свинину. В Эмиратах нужно, пишите в комментах. Салатики вкусные, просто класс. Редисочку хочешь? Я редиску не хочу. Я уже лет 100 не ела. А те грибы маринованные, очень вкусные. Сосиски, салаты, овощи, класс. Просто. Мне этот хлебчик нравится, как этот. Попкорн, ты сказала? Нет, ой, крабовые палочки. Кукурузные палочки, только в хлебце и не... Вообще, ну, пресный, не соленый, не сладкий. Попьёк нолит, мы уже похрустываем. Попробуй кушать еще. О, ты, а ты будешь это? Давай, возьми у меня кусочек. Я его хочу сделать это. Как бутерброд. Паштет в нашей прошлой отеле был очень вкусный здесь. Потому что такие большие куски лежат, но я же говорю, боюсь не доесть и чувствую себя неловко. Класс. Вкусно. А ты сняла, что я взяла? Я яйца вот эти под майонезом взяла. Я вроде показывала, сейчас ещё покажу. Потом вот это мяско. Ты уже умудрилась не включить камеру. Ну да, вот это мяско хочу попробовать. Это что же? Или... Что это? Или... О, говядина, боже, что я хотела сказать. Или свининка, или турки. Нет, это свининка. Класс. Спасибо. Вот за окном прекрасный Краков. Такие красивые снова фрески. Интересные. Фреска называется? Ну, я не знаю, что это. Понятное дело, что, может, это не такая не настоящая фреска. Но расписано, разрисовано классно. Отель такой под старину, давнину. Красивый. Ну, так здание, смотри, какое. Возраст. Смотрите, какие вот стулья такие, знаете, как вот, я не знаю, ну, не как в фильмах про всякие королевские свиты, которые ждут короля в таком зале. Но что-то уже мерещится, потому что мы в Польше, здесь много замков. Не бояться. Вот мы уже и сладкий стол взяли. Хотя как это? У Наташи сладкий стол продолжается. Съела одну тарелочку, сейчас правильно за салатиками. Вот мы решили пирог взять один на двоих, он большой все-таки, с вишнями. И вот моя тарелочка, пирожка, грейпфрутик и арбузик. Ну и латте. А у Наташи новый такой прикол, берет эспрессо, а потом латте туда, да? Угу. Твое мнение про салатики? Вот этот вкус, не знаю, посерединке был. Ты все четыре взяла, смешала? Да. Я три смешала. Тут и уже не помню, какой какой. Яйцо, зеленый лучок и, по-моему, все. Ну или это, или сметана, или майонез. Очень мало. Творог, кислый сыр, лучок. Вот это вот то, что я не захотела что-то взять. Очень симпатично. Да? Ну, да, отлично. Так, потом вот это, да? Ну, это, по-моему, из остатков вчерашнего. Перчик, кукурузка. Типа, что все, что вчера не съели, да? Мне нравится вот это сельдерей, вот этот у них салат. Это, наверное, сельдереем. И вот это, не понимаю, что. Яйцо, по-моему. Сыр твердый. Майонез. Очень вкусно, мне нравится это. Был этот салат с сельдереем. Вот это не понимаю. Опять же, мясо. Мясо копченое. Яйцо. То ли салат, то ли... Ну, это не лук. А может, лук? Слушай, ну как они так? Один салат, второй, третий, четвертый. Это вообще... много. Но нету левешки. Левей нету. Вот может, через день бывает. В тех отелях, что мы были, там были через день, но там такая оливьешка была, ну, супер просто. А я все не могу успокоиться после этого абудабского отеля, где там на завтраке я увидела куски лука порезаны. Это в индийской была секция, да, куски лука, этот перец чили, и что-то еще было, две приправочки острые, по-моему, манго там с чем-то, и что-то еще. С утра навернуть лучка и вперед совершать подвиги. Ну что, друзья мои, мы сейчас посмотрим, что у меня на тарелочке, да? Сейчас попробую. Вот эту штучку взяла? Да, вот эту вот. Хотела попробовать. Только крем хотела попробовать. Там еще что-то, да. Я посмотрела, не очень красиво, блин. Ну как, есть можно? Да, прикольно, не знаю, как. Ну, не зефирка, а безешка свежая. Видишь, еще какой-то там, как это, прослойка прикольная. Джем там еще. С кофе самое оно.
Ну, пирог сейчас попробую еще. Мы с Наташей уже поделили вишенка. Какой свежий. Классный? Угу. Ой, Лера, класс. Мы в Польше, мы близко к дому. Надеемся, что сегодня возьмем билеты на Пшемысль и поменяем немножко денег. И пойдем гулять по Кракову. Мы заслужили. После всего того, что мы застряли в Абу-Даби вместе с вами, и столько всего было, в принципе, как и год назад. Да, Наташ? Да. Кстати, что хочу сказать. Ты меня прям это... крупный план. Насчет кровати. Узкая-узкая, отлично спалось. Не, конечно, да, никто никого не бил, не лягал, все нормально. Вообще, мы как легли, так и встали. Я, конечно, не хотела вставать. 8 утра прозвенел эти звоны. Так красиво, это вот церковь, что напротив нас просто. Ну, там электронные эти колокола, и это какая-то даже мелодия играла. А потом уже через полчаса, по-моему, там уже звонил колокол так. По классической схеме, так что класс. Ничего не мешало, да, ничего вообще. Легли и уснули. Ну, да, там люди, конечно, немножко с ночью по этой молодежи, кто там повыступала немножко, по песне попели. Ну, совершенно не было. Вот то, что в каком мы. Вичвоц, боже, как там, конечно, толпы народу. Ну что делать, туда-сюда ходят, это не сравнить. Тут, а Портал, конечно, шикарно. Да. Так что вот вам оставлю 3 отеля в описании. Будете в Польше, смотрите видео и наши рекомендации. И спрашивайте в комментах. Да. Хороший, все, но вот это вот шум. Но расположение, такой шум просто, не выспишься вообще. И уборщицы, которые в 7 утра зачем-то начинают обсуждать свою жизнь под дверью. Да. Ну ладно, уже сплетни будут в другом видео, да? А сейчас всем счастья, добра и спасибо за комменты и лайки. Оставайтесь с нами.